В Ордене царит хаос. Стихия наводнила улицы, огни гаснут один за другим. Лондону конец. Топе не подвел меня, Люси тоже. Браднул, Эллиотсон, Перл. Все они ушли. Теперь я один. Ассасины обрушили на нас силу стихии. Люди стали чудовищами. Они скалят зубы, они идут. Цивилизация должна пережить эту бойню. Темные века не должны вернуться. Я начну сначала. И Лондон вновь возродится. Частица Эдема под Букингемским дворцом. Мы готовы. Пора планировать пути входа. Подождите, нам нужно визуальное подтверждение. Если будем действовать, необходима гарантия. Отца Берг сокрушит нас при первой же неудаче. Я согласна с Шоном. Начнем в окрестностях дворца. Но только после синхронизации генетических данных. Решать тебе. Поздно. Старик уже действует. Частица Эдема спрятана в Букингемском дворце. Да пусть берет. Ты уже наследил по всему городу. Так что лучше доверься мне. Я убивал псов Старика. А ты что делала? Может, спросим у Генри? Исправляла твои ошибки. Спешка – залог страданий. Хватит цитировать отца! Это Платон! И да, про разрушение у него нет ни слова. Отец был прав, когда осуждал твои методы. Он мертв! Хватит! Мне пришла весточка от шпионов. Во дворце сегодня бал. Старик хочет выкрасть частицу, а затем обезглавить церковь и страну. Ну что, тряхнем стариной? И покончим с этим. Идет. Каков наш план? Какая неожиданная и приятная встреча. Что нового на улицах? Госпожа Дизраэли, мы выяснили, что в Букингемском дворце таится опасность, которая... Моя сестра не сказала главного. Нам нужны приглашения на сегодняшний бал. Не получится. Даже если бы они остались, а их нет... люди столь низкого положения. Если там будет этот чертов кретин Гладстон, пусть возьмут мое. Отлично. Пойду один. Госпожа Дизраэли, расскажите Джейкобу, как найти резиденцию Гладстона. И, возможно, с помощью своих навыков он реквизирует его приглашение. Чудесно! Ты слышал, Дизи? Мы стащим приглашение у Гладстона! Спасибо, что все за меня решила. О, всегда пожалуйста, братик. Простите, госпожа Дизраэли, но мне нужно к Махарадже. Кажется, у него есть еще комплект планов с неким хранилищем. Ох, это Иви. Будто я ребенок.
Шевелись. Ну и где они? Бал сегодня. Видимо, взяли приглашение с собой. Ты случайно не видела тут недавно две кареты? Видела, сэр. В одной мужчина, в другой женщина. Разъехались. Куда мужчина? Туда. Ясно. Ну давай. Они побывали здесь. Молодец. Заходите! Вперед! Я на верном пути. Вот хорошо. Будущий премьер, как ваши дела? Сэр, это честь. Благодарю вас за поддержку. Приветствую, сэр. Уильям Гладстон, к вашим услугам. He's a strange one, isn't he? Пожалуй, можно было сделать все поизящнее, но все же... Пошла? Вот так. Кто тут хорошая девочка? Ты. Тихо! Молодец. Ну давай. Тормози! Миссис Гладстон охраняет. Осторожно, Джейкоб. Дождусь, когда будет одна.
Это мой шанс. Поезд мистера Джеймса прибыл. Наконец-то. Подождите секунду. Это ты, мой милый? Да. Твой поезд опоздал, но это пустяк. Иди сюда. Надо же! На королевский бал нужно прибыть в особой манере. Теперь приглашение. Что это? Оружие сложить у входа, приказ королевы. Фредди разберется. Пошла. О, потише! Вот хорошо. Тормози! Тихо, девочка, тихо. Шевелись. Ого, вот это карета. Где ты ее раздобыл, позволь спросить? Спрашивай, что хочешь, Фредди, но ответа не жди. Вот же черт. Что, все мои брови? Да. А еще лицо, голос и все прочее. Слушай, у меня приглашение на королевский бал. Где же ты его взял? Фредди,
готовят переворот. Мне нужно пронести туда оружие. Допустим, я тебе верю. Оно может быть лишь у дворцовой стражи. Итак? Это просто. Ради бога, Фредди. Ладно. Мне потребуется мундир стражника. Идет. Я в тебя верил. Только пообещай, что вернешь карету мистера Гладстона. Конечно. Только дай мне повод, и я убью тебя. Молчи, и будешь жить. На меня напали! Не делай резких движений. Попробуй только пискнуть.
Отлично. Теперь спрячем тело. Фредди, я иду. Один мундир, как ты и просил. Он еще теплый. Мой подарок. Встретимся с вами на крыше Букингемского дворца. Да ты романтик. Но
Рад новой встрече, мисс Фрай. Ваше высочество, планы реставрации Букингемского дворца пропали. Тогда придется обойтись копиями. У вас есть копии? Где? Не так быстро. У меня есть одно весьма срочное дело. Для того, чтобы справиться с ним, понадобится ваша скорость и скрытность. Времени мало, Махараджа. Тогда не медлите. К самым влиятельным членам парламента доступа у меня нет. Однако они заказали кареты для сегодняшнего бала. Раздобудьте такую карету, и будем развозить на ней политиков. По пути я пообщаюсь с ними. А после этого я расскажу вам, где планы. Вы умеете убедить. Все от того, что меня часто недооценивают. Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Какая ошибка. У нас здесь тело! Ну, давай. Вот так вот. Стой! Начнем нашу кампанию, мисс Фрай. Молодец. Прошу, Махараджа. Куда едем? Белгрейв-сквер. Thank you.
Постой. Вокзал Виктория. И очень давай. Быстро. Меня там уже давно ожидает сын. Здравствуйте. Махараджа? Какой сюрприз. Да, наша жизнь полна неожиданностей. Вы не уделите мне пару минут? Я хотел бы обсудить крайне важный вопрос. Когда Содружество захватило мой родной Панджаб... Это был не захват, а законная сделка. Мне пообещали защиту. Лишив меня родного королевства, парламент нарушил ранее заключенный с моей семьей договор. Вот, прочтите. Я даже не знал. Прочтите, о большем я не прошу. Вы один из немногих, кто может помочь. Сделаю, что смогу. Спасибо, сэр. Надеюсь, вам с сыном понравится на балу. Он только что вернулся из Дели. Мы с ним все как раз обсудим. Вы меня огорошили. Это было весьма полезно. Куда теперь? Парк Сент-Джеймс. Смотрю, вы сегодня без мистера Грина. У него есть другие дела. А, как жаль. Вы с ним отлично ладите. В этом как раз и проблема. Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Звучит как цитата. Да, слова отца. Итан Фрай. Вы его знали? Нет, к сожалению. Мистер Грин рассказывал о нем. Похоже, он был выдающимся человеком. Вы не ошиблись? Как и ваша мать, Сесили Фрай. Они с Итаном были идеальным тандемом. Только им удалось противостоять старику. И такая любовь. Ну, то есть мне так рассказали. Сесили, встретиться бы с ней. По словам мистера Грина, вы с ней очень похожи. Такой же цепкий ум. Отец всегда молчал о ней. Да и что знает мистер Грин? Когда отец его обучал, он был ребенком. От детей ничего не скрыть, мисс Фрай. Вперед! К зданию парламента быстрее. Да, сэр. Добрый день. О, Махараджа, откуда вы тут? Знаю, в последнее время у вас масса дел. Но я не отниму больше пары минут. Это так необычно, но продолжайте. Британия забрала мои земли, несмотря на договор о защите нашей семьи. Но теперь я слышал, она укрепляет связи с Индией. Может, пора вернуть Панджаб народу этой страны? Королева столько времени платит вам содержание, и вот она ваша благодарность. Речь здесь идет не о деньгах. Я больше не могу смотреть, как моя родина страдает под иноземным гнетом. Мой народ попал в рабство. Я бы тысячу раз умер в бедности, но подарил им свободу. Ваш пыл нашел отклик в моем сердце. Что я могу сделать? Вот незаконный договор. Поддержите мое право на трон. Помогите забрать Панджаб у Британии. Я подниму этот вопрос. Но я один. Обещаю вам поддержку, но не более. Этого более чем достаточно. Спасибо. Не за что, Махараджа. Тормоз. Добрый день. Храни вас Бог. Последнее место. Резиденция Гладстона. Тоскуете? Я помню, что мама всегда пахла корицей. Она качала меня, а я вел себя так тихо, что она засыпала. Когда Панджаб забрали, было больно. Но когда забрали мать, в следующий раз мы увиделись за 2 года до ее смерти. Осталась лишь память. Я скучаю по ней. И по Индии. Я люблю Индию, потому что люблю мать. Вы вернетесь туда? Я писал прошение в парламент, но они мне так этого и не разрешили. Внешность бывает обманчива, мисс Фрай. Фактически, я узник Британии.
Возможно, в будущем мы еще займемся вашим делом вместе. Я буду очень рад, мисс Фрай. Тихо. Синопский клуб, поживее. Добрый день, мистер Гладстон. Мистер Синг. С вами непросто пообщаться. Так, мне все понятно. Ваши фокусы всем надоели. Королева устала от вас, и вы начали побираться. Жестокие слова, сэр. Мой народ угнетает. Я здесь только ради них. Как вы потеряли Панджаб? Отвечу вам, Махараджа. Вы проиграли по всем статьям. Люди, оружие, тактика. Да, сикхам нужна свобода. Надеюсь, благодаря нам они ее получат. Тогда почему они просят вернуть короля? Долг Англии – нести мир другим странам. Это огромная ответственность. Я ценю ваши помощи, советы, так же, как и помощь парламента. Но время правления Индии лежит на нас. И его не доверят забытому лидеру, что не был на родине 20 лет. Простите меня за честность, но королю ведь нельзя лгать, верно? Благодаря ей я многое понял. Став премьер-министром, я буду бороться за мир, но это займет немало времени. Увы, с большой долей вероятности вы не вернетесь в Индию. Если мой народ получит свободу, я смирюсь со своим положением. Похоже, вы и впрямь идеалист. Просто увидев, как по вашему роскошному, богатому поместью разгуливают тигры, я почему-то в этом засомневался. Удачной встречи, Махараджа. Надеюсь, я помог вам советом. Больше, чем помогли политикой. Но я верю, вы добьетесь успеха. Мой народ рассчитывает на вас. Мисс Фрай, благодарю за содействие. О, к вашим услугам. Дай бог, все получится, вопреки ожиданиям Гладстона. Чем больше сердце, тем легче его ранить. К примеру, ваш отец. Как я понимаю, он был сломлен, практически уничтожен после кончины вашей матери. Такая боль может ослепить и заставить нас говорить странные вещи для защиты своих близких. Вам пора вернуть карету и забрать чертежи. Они находятся в Букингемском дворце. Королева хранит их вместе с другими бумагами в белой гостиной. Хорошего вечера, мисс Иви Фрай. И вам, ваше высочество. Ну, давай. Спокойно. Давай. Молодец. Ну, тихо. Huh.
This is no good, no good at all. Вот так вот. Бобби глазам не поверит. Столько всего. Надеюсь, вам все понравилось. Тормози. Ну, конечно, как иначе. Мисс Фрай? Отдай оружие, а то не пропустят. Выглядишь великолепно, Катрин.
Ты одна в моем сердце. Очень на это надеюсь, Уильям. Сэр, мадам, ваши билеты. Кажется, я потерял его. Простите, но без билета нельзя. Проходите, сэр, мадам. Я вот-вот стану премьер-министром. Как и все мы сегодня. Что, черт возьми, тут делает наша карета? Ты тоже это слышишь? Нет, у тебя голоса в голове. Их слушать приятнее, чем тебя. Как мило. Я такой. Я поищу частицу Эдема. Бога ради. А я к Фредди. Чертежи находятся в белой гостиной, которая верно заперта. Ключ у капитана стражи. Сопроводите меня. Если будете молчать, все закончится очень скоро. Вы кто? Тише. Мне больно. Это леди со мной. Благодарю. Мадам? Тише. Мне больно. Мне больно. Рука! Сладких снов. Чертежи где-то здесь. В хранилище. Джейкоб, наверное, еще одну карету успел угнать. Или королеву случайно с лестницы столкнул. А вот и вы. Я просто обязана вас кое с кем познакомить. Тихо. Пойдем. Ваше Величество, позвольте представить мисс Иви Фрай.
Я так понимаю, что это из-за вас мистер Гладстон не преуспел. Ваше Величество, мне очень жаль. А торт необыкновенно хорош. Развлекайтесь. Ну что же, мне пора. Мисс Фрай, позвольте вас пригласить. Мистер Старик, достаточно. Эта игра окончена. Ну же, давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Время – волшебная вещь, мисс Фрай. Оно излечивает все раны. Можно оступиться во время танца. Но мазурка кончится, и мы вновь начнем. Проблема в том, что люди все забывают и совершают те же ошибки снова и снова. Но люди учатся. Разве? Посмотрите по сторонам. Разве движения не повторяются? Но если кто-нибудь выучит танец, подгадает время, он сможет все изменить к лучшему. С меня довольно. Танец почти окончен. Скоро человечество забудет всех тех, кто на этой террасе. И хаос, вызванный вами. Музыка стихнет, мисс Фрай. Ваше время закончится, а мое начнется. Вместо стражников люди Старика. Нескольких взяли в заложники. Ваше оружие там. Вон там. Ясно. Я убью самозванцев и спасу пленных. Как? Их не отличишь друг от друга. Верь в меня. Надо найти настоящих стражников.
посмотрим, как ты после запоешь. А? Я вас вытащу. Спасибо. Спасибо. Мы сделали это. Погодите-ка. Это все.
Тот, кто ведет, начинает с правой ноги. Вот в чем секрет. Все в порядке, дорогая? Вам чем-нибудь помочь? Не люблю танцы. Вот, хранилище здесь. Иди. Так вот просто? А план? Нет времени. Я избавлюсь от этой дьявольской штуковины и догоню. Что ты делаешь? Ты мой раб. Я же предупредил тебя. Но ты меня не слушал. Покойся с миром. Щеница не твоя! Мистер Старик, вы забыли меня проводить? Позвольте, я искуплю свою вину. Я от тебя подбегаюсь. Я начну с чистого листа. И новый лозунг. Вы отвар. Подходи. Ха-ха-ха-ха!
не победить меня, Нис! Тебя приперли к стенке, старик! Бежать некуда! Старик! Скоро твоему правлению конец! Оно только началось! Тебе льстишь, старик. Я бы создал здесь рай на земле. Город принадлежит народу, а вы одиноки. Я глава Ордена! Не забывайте! Был им, старик. Был. Жаль, что больше не поработаем вместе. И это к лучшему. Будешь править Лондоном в плащанице? Она не только дает, но и отбирает. Ты состаришься без меня. Станешь как отец. Это хуже смерти. Наденешь сам? Но это же ты все сделала. Я лишь сеял хаос. Я тебе не ровня. Джейкоб Фрай отступил. Тебя шантажируют, Джордж? У него кишка тонка. Я скучал. Я тоже. Может быть, нам просто продолжить? Буду очень рад. Мне начинает казаться, что отец был не таким уж и всеведущим. Генри! Вокруг огромный мир. А Лондон в самом центре. Не то чтобы в самом центре. Я пришел, как только смог. Не волнуйтесь, я вернусь обратно. Я не сорвал задание. Вы нас спасли. Лучше тебе остаться здесь, со мной.
Экипаж! Недурно, Фредди. Мистер Эберлайн. Ваше Величество. Мисс Фрай. Вы с ней знакомы? Я не говорила. Мистер Эберлайн сообщил, что именно вы трое спасли мне жизнь. Это так? Да, Ваше Величество. Иви Фрай, подойдите. А вы... Мой брат, мэм. Джейкоб Фрай. А это мистер Генри Грин. Мистер Фрай. Мистер Грин. Прошу. Встаньте. Я принимаю вас всех в благороднейший орден подвязки. Большое вам спасибо. Если вы так способны, как говорит сержант Эберлайн, я обращусь к вам. Сержанту Эберлайну свойственно преувеличивать, знаете ли. Мы еще встретимся. Мисс Фрай? Мэм. Если хотите, я припасла вам торт. Отец гордился бы. Дама Иви Фрай. Сэр Джейкоб Фрай. Кто быстрее до поезда? Давай. Вот же, под дворцом. Пора идти. Нужно отдать плащаницу доктору Грамматика. Сигма нас обошла. Мы опоздали. Что нам делать? Убийство. Наименее эффективный способ достичь нашей цели. Убьем их. В бой! Прикройте! Этот тощий хмырь пытался убить меня. Пусть сдохнет! Them done the horrid murder on bloody stages. That loudly crowed their humility. Lords and bailiffs hung in the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up. Стой, твою мать! Самое главное – наша миссия! Поняла! Сам! Loved ones taken long before this world. Галина, надо уходить! Храни
хранилищу! Оружие к бою! Уходим! Живо! Как скажешь! Плащаница! Забудь про плащаницу! Только не умирай, Бэкс! Прошу! Идем! Просто отлично. Потом мы вернем плащаницу. И да, мы успели получить данные с компьютера Изабель, прежде чем нас отключили. Сейчас посмотрим. Извини за шум. Как плащаница поможет создать нового клона? Никак. Когда плащаница на ком-то, она диагностирует тело и восстанавливает его на клеточном уровне. Дело не в клонах. Вы хотите воссоздать предтечу с нуля. Ну да. В проекте «Феникс» случился небывалый прорыв. Мне нужно сообщить об этом Алану Рикину. Просто праздник! Эй, это я. Плащаница у меня, но мне страшно. Не бойся меня. Ты справилась? Я боюсь не тебя, а за тебя. Если хоть кто-нибудь узнает... Ты сыграла свою роль, мое орудие. Я спасу тебя. Я спасу всех вас. Revolution will be live. We have to take us to the end.